А это такие прикольные. Мне вот единственное, что я тут ем из пельменей, это кокаин. Давно не брал. Я последнее время, вот как и брал, я последний раз год назад, наверное, их брал. Я не очень, просто думаю, сейчас пока это у меня мясо там размораживает. Ну, я их все равно не варю, я их жарю. Я вот с детства, как вот отец научил еще при советской власти. На маслице пожарил, да, с краснодарским соусом. Пиво я у нас в корзиночке на разлив. А там тоже разлив есть, да? Да, сделали, так удобно. Ровеньковская есть у них? Ровеньковская, да, наверное, не знаю. Я там премиум беру. Хорошая, мне нравится. А, Бергов? Ну да, только у них же там. Ну, вкусная. Это единственное, что можно пить. Не знаю, из Бергова лучше фестивальная. Пакет сзади. Да, давай, потому что я специально вытянула, мы отдадим. Все, вам.